В Бишкеке стартовал форум человеческого развития с участием членов Кабинета министров Кыргызстана, представителей Всемирного банка, государственных органов, международных организаций, национальных и международных экспертов. Так, в своей приветственной речи председатель Кабинета министров, руководитель администрации президента Акылбек Жапаров поблагодарил представителей Всемирного банка за привлечение к работе форума ведущих мировых экспертов, руководителей глобальных практик по направлению социальной защиты, здравоохранения и образования. Отметим, Бишкекский человеческий форум направлен на создание политической площадки для руководства страны и партнеров по развитию с целью определения приоритетных преобразующих инвестиций в области развития человеческого капитала. В рамках форума пройдут сессии по вопросам социальной защиты, здравоохранения и образования.